Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть растения против зомби. Третья часть. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Мы с тобой остановились на 19-м уже этаже и... Блин, я уже понимаю, что тактика наша не срабатывает. Не срабатывает, потому что одну жизнь мы профукали. Да, постоянно, знаешь, мы все вот успех, 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 и тут хоп! В общем, надо что-то делать. Давай сегодня пиньяту мы с тобой получаем. Бонг-чой. Дофига, кстати, смотри, сколько у нас всего. Мы можем с тобой прокачать спокойно, придумать какую-нибудь тактику. И также у нас сегодня будет новое растение, которое я еще вам не показывал. Да. Это вот такая вот штука. Gravity Tree. То есть смысл в чем? Это яблочное дерево, и яблоки возле него будут как орбиты, вот так, ну как луна, в общем, вокруг Земли, спутник, так сказать, это яблочко. Атака, кстати, неплохая. Надо, конечно, проверить, посмотреть, на что эпичное, эпичное, кстати. И мне тут немного сказали, что обязательно надо... Лучше всего, друзья. Так, давай-ка посмотрим, кстати, тут информацию. Атака 20, да, третий уровень. Хорошо. Тут у нас атака 44. В общем, прокачивать зернопульту, потому что она очень-очень дальше понадобится. У нас, конечно, офигенная штука, но проблема в том, что она эпическая. И дело в том, что очень мало семян для нее. Хоть и 67, видишь, атака. И самое интересное, что... Дамаг, там частички же получается, и они на другие ряды распадаются. Это здорово, но, увы, не нахожу уже давно семян, поэтому надо нам что-то сделать, либо можно вообще даже вот такую вот. Почему бы и нет? Ну-ка, давай-ка прокачаем ее. Дамаг, кстати, вообще очень-очень неплохой. Посмотри, 60... Так, 66, а тут сколько у нас? Вот четвертая. 44, то есть как бы... Но зернопульта, она также еще и станет. А это очень-очень важно, друзья. Так, давай, наверное, проапгрейдим. Блин, у нас денег все меньше и меньше становится. Так, ну давай, ладно, позволим мы себе пятый уровень. Получается, тут у нас шестой. Видишь, 67 дамаг. Тут у нас 74 на пятом уровне, между прочим. Но она, как ты понимаешь, она только на один рядочек работает. А эта штука, она хотя бы... Не, она, кстати, не стреляет, кто идет там на правом или на среднем. Если, допустим, посредине стоит. Слушай, не самое такое прикольное. Слушай, давай реально будем прокачивать, наверное, зернопульту. Идея прям мне понравилась. Меняем, пацаны. И теперь надо, кстати, посмотреть. Так, я обязательно буду шанс масла. Давай. Plant food. И у меня уже не остается денег, пацаны. У меня просто уже не остается даже прокачать наш... тыкву. Нашу тыкву. Блин, кабачок его сегодня хочу. Скваш. Кстати, самое интересное, она и как кабачок, и как тыква переводится. Вот. Но это видно, что тыковка такая в масле. Капец. Такая. Блин. Так, ну и мы с тобой вообще-то еще хотели проверить. Так что смотри, что мы с тобой сейчас делаем. Мы пойдем и заюзаем эту штуку. Я ее только заменю, потому что на самом деле уже пёсель это, конечно, топовая штука, но мы сейчас уже сходим вот сюда, поэтому тут, по-моему, с джетпаками... Да, тут все попроще, поэтому мы идем с вами сюда. 578 сила на это начхать. Всем приятного еще раз просмотра, приятного аппетита. Не забывайте про лайки, ребята, это для меня прям самое-самое такое. Ну и подписывайтесь, не забывайте. Ну, начинаем рассаживать. 5 стоит. Маслицем мы с тобой можем аккуратно так спокойно сделать. Она, смотри, на несколько рядочков. Я, похоже, понял, друзья. Так, смотри, в чем прикол. Так, ну... дядя, нифига себе, ты что удумал-то, конечно. Они, как ты видишь, спокойно могут так перемещаться, им вообще плевать. Так, давай вот так вот делать. Слушай, тактику можно вообще хорошую такую сделать. Сейчас мы с тобой посмотрим, вот еще маслица там. Сейчас они будут проходить, и я хочу посмотреть, какой дамаг... Ну...
Ну, такой дамаг, конечно, есть. В принципе, что-то можно прикольное замутить. Так. Есть идея. Есть офигенная идея, ребята, да. Да. Сейчас мы посмотрим обязательно. Так, хорошо. Чеснок пусть будет там на месте. Пока. Сейчас мы с тобой... Вот, все, смотри, эта штука у нас проапгрейдилась, но она также может еще. Воу. Но это, конечно, на время. Естественно, естественно. Так, начинаем рассаживать. Единственное, самое тяжелое, это переждать первый период. А потом, когда это все проапгрейдится, будет во. Та-та-та-та-та. Так, хорошо. Все, можем его уничтожить. Почему бы и нет? Конечно, можно было бы как поступить. Вот так вот сразу сделать. Вот такой вот большой у нас. Так, вот так вот можем сделать еще. И, конечно, надо этих улучшить. Какой-то звук такой, что за... Это от дерева вот этого? Прям такой шум на заднем плане. Пш-пш. Ничего себе, смотри, как вообще хорошо идет. Офигеть. Довольно неплохо, мне нравится. Так, чеснок, конечно, ставим, но смотри, в чем проблема. Когда эти будут катить, есть одно средство. Ребята, лучше чеснока, поверьте мне. Видишь, они там подходят, получают по башке. Неплохо. Так, уничтожаем их. Пробуем теперь эту. Офигенно. Единственное, как-то все стало более замедленно, что ли, но смотри, мы с тобой прям вообще выигрываем. У нас все под контролем. Прям все тут застанились и... Мы с тобой можем спокойно все больше и больше расставлять на изи. Все, короче, надо два этих поставить, и будет вообще идеально. Но я знаю, что сделать, друзья. Я просто офигенную тактику знаю. Либо, кстати, либо чеснок, либо картошку сладкую. Это, кстати, очень-очень хороший вариант. Прям очень-очень. Он не дотянет. Да, он не дотянет, блин. Но ничего, ничего страшного. Сейчас пиньяту, кстати, откроем. Тоже стоит, мне кажется, открыть ее. Так, давай, станет. Хорошо, главное просто апгрейдить, апгрейдить, апгрейдить. Надо было начинать с этой штуки, конечно. Все в масле, вообще вся карта, блин. Капец, блин. Давайте, я уже не знаю. Давайте, я вам... Помогу. Вот тут вот кабачочек поставлю. Тут вы, ребята, тоже уже что-то слишком долго прям на. Ну, слушай, мне прям очень понравилось. Сколько звезд мы с тобой? 4 звезды. Неплохо. Ох, 8 этих. О, это шикарный. Это очень шикарный приз. Капец, это очень хорошо. Для этого кабачочек... Тут и для тыквы. Ай, все опять... Путаю. Хорошо. Итак, пора получать нам награду. Кстати, осталось 2 дня. Я, конечно, немного подкачаюсь. Там вы не переживайте. О, отлично. 106. Замечательно. Сильвер. Попкорна. Так, хорошо. Сладкую картошечку мы с тобой еще можем прокачать.
Но я думаю, до конца сезона я смогу, успею, успею, друзья, все это сделать. Тут у нас, видишь, еще вот эту вот штуку мы можем с тобой собрать, ивент. Я, на самом деле, немного забил под него. О, неплохо. Слушай, ну, в принципе, неплохо. Я как-то забивал на это, но сейчас, в принципе, денежка нужна. Так, что у нас тут продается? Ну, какая-то такая фигня. Чесночок. И лучок. Так, информация. Шестерку стоит, видишь. Но он там... В общем, не хочу его. Я все-таки зернопульту выбрал. Пятерку стоит. А насчет давай посмотрим. Это четверку, но она не встанет. В принципе, мы можем и обойтись. У нас же все равно очень хорошо прокачано. Я даже не знаю, как лучше делать, друзья. 66. Так, сейчас точно я так не сделаю. Лучше нам проапгрейдить, конечно, вот этого. Здоровичка, блин. Атака уже неплохая довольно. Конечно, не сравнится с этим кабачком, но тоже уже что-то такое есть. И смотри, вот у нас есть сладкая картошечка. Мне написали в клане, что она... Так, давай-ка мы ее заюзаем. За место чесночка возьмем. Стоит она 3 штучки. 5 уровень. Мы его до 6 можем спокойно прокачать. Смысл в чем? Смысл в чем, друзья? Давай проверим. В общем, я думаю, пора... Так, но он говорит нам, что... Так. Файт. Давайте, наверное, уже надо допройти вот этот вот уровень. Тут, ну-ка, исправили или не исправили? Блин, да, исправили, офигеть. А раньше можно было хоть когда менять. Вот что самое удивительное. Смотри, в чем проблема. То, что эти, блин, сейчас гады прут. Ладно, будем пока спокойно так расставлять. Так, тихо. Тихо. Ах ты засранец, стой! Фух, кусок масла просто подействовал на него, отлично. Фу. Нам главное выиграть. Пофиг, там есть, конечно, приз, пиньята вот это вот, но я что-то как-то... Тихо, спокойно. Не, мне кажется, понадобится обязательно, но... Оп, отлично, масло. Этому ставим. Есть. Так, что насчет этой дурочки, видишь, идет у нас? Или это мужик переодетый, блин, непонятно. Пусть идет, мы, ну я знаю, вот эту вот штуку мы сделаем. Блин, кстати, можно было бы не трогать и немного подфармить. Блин, чё ж я до этого не догадался-то, а? Смотри как. Вот эти шахтеры, это, конечно, исчадие ада. Да, друзья, тут придется, конечно, нам немного попотеть, но масло его отразит. Все, мы можем двоих включать. Все нормально, все чудесно, все прекрасно. Так, пока с этими штуками с тобой проапгрейдничать надо. Так, тихо. Спокойно. Чтобы точно защититься. Мы это, понятное дело, все расставим как надо. Так, тихо, он сейчас... Так, есть. Все, сейчас последний кусочек. И у нас еще немножечко времени есть. Все, отлично. То есть смотри, как мы с тобой вообще подфармили. Ты только посмотри. Понятное дело, собачкам надо в первую очередь. Так, теперь как мы с тобой делаем? Так, масло сюда. Этих сюда. Все, let's go. Ну, надо допройти этот уже этаж, друзья. Ох, джетпаки. Такая штука... Не очень хорошая прям. Много напрягающая.
Ух ты! О, шахтера, прикинь! Он спокойно шахтера кабачок уничтожил. Он слишком далеко был, видишь, в чем проблема. Но ничего. Ничего, мы с тобой быстренько сейчас, думаю, там что-нибудь придумаем. Можем вот так вот сделать и все. Сейчас там разлетится. О, на него не повлияло. Жалко. Так. Отлично. Хорошо. Шикарно. Шикарно прошли. Даже до сих пор мы с тобой проходим, но я говорю, я один раз оплошал, поэтому... Ну, не знаю, мне уже это не нравится. И плюс, мне там пишут в комментариях все равно, как бы использую там чуть-чуть по-другому что-то. Поэтому, ребят, я прислушиваюсь к вам. Потому что все отлично. Так, смотрим. Сразу надо вот на этого все силы просто бросать. Потому что, видишь, тут, по-моему, на него не влияет это вообще ничего. На этого мы с тобой хотя бы можем повлиять. Раз, все. А на тех уже, блин, фигу. Так, хорошо, рассаживаем потихоньку. Так, собачку тоже надо посадить. Пусть будет. Как же без них? Так, сейчас мы с тобой здесь. Тут надо масло. Блин, тут тоже... Ладно, нормально. Все окей. Ок, двоих прям. Во, шикарненько. Давай здесь теперь. Надо быстрее, чтобы они вообще быстренько так уничтожались, эти гады, конечно. И шахтеры сейчас пойдут по любасу. И вот это будет очень неприятно. Я что-то, знаешь, забыл. Я постоянно на задний ряд, блин, ставлю. Зачем я это делаю? Тихо. Кабачочек. И лучочек. О, все проапгрейдилось. Сразу этих говнюков давай вот так вот. Ой-о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 й
Конечно, ребят. Засранец, блин, уничтожил напоследок. Ну и все. А, ситуация плачевная, если честно. Очень-очень. То есть посмотри вот на это все. Это пипец. Это просто какой-то... Не знаю даже, что мне сказать. Я не знаю, что нам сейчас делать. Серьезно, я не представляю. Сможем ли мы вообще сопротивляться сейчас? Ну, очень надеюсь, что сможем. Так, симметрия у нас есть. Так, если сейчас пройдут, то мы с тобой... Блин, пожалуйста, ну только пройдет. Так, окей. Офигеть, офигеть, офигеть просто. Ну, ребята. Так, этот давай. Он сейчас раздавит его. Красавчик, то есть он может раздавить полюбасу. Это хорошо. Блин, если бы я вот знал и правильно поставил. Смотри, какая жопа произошла. Под конец, под конец. Так, ретри, давай ретри. У нас еще есть шанс, как бы. Но тут, конечно, он такой очень-очень маленький. Короче, я тут немного изменил, как ты видишь. Вот у нас поменялись растения, потому что я вообще не могу, вообще просто. Я не знаю, с этими тварями, смотри, придется нам 19 этаж проходить. Ой, ублюдки просто, одним словом. Ну, давай попробуем такой компании. Так, чахоточник.
Так, в общем, файт. Нажимаем. Если что, дракон придется. Если что, у нас дракон есть. Вот. Может, он тоже хорош. Сейчас придумаем. Короче, сейчас главное не пустить этих зомбаков. Сейчас, надеюсь, 2х у меня не включено. Слава богу. Так, начинается вот эта вот фигня. Мы с тобой просто применяем минус. Надо как-то это все аккуратно вот это сделать, вот. Так, сюда ставим эту штуку. Вдруг сработает. Так, хорошо. Сейчас надо как-то будет аккуратно. То же самое все сейчас смутим с тобой. Посмотрим, что получится. Не знаю еще вообще ничего. Видишь, я зол. Я капец зол просто, потому что ну какого фига вообще так происходит. В общем, так, он будет сейчас сморкаться. Да, молодец. Мы с тобой можем, конечно, это все немножечко... Ну-ка, он на два может чихать? Да, он на два чихает. А, неплохо, неплохо, я тебе скажу. Это неплохо. Угу. Так, тихо, ребят. Пока успокойтесь. Не, ну это довольно, конечно, смешно выглядит, но... Видишь, там уже пошли хлопчики наши. Которые нафиг, блин, не нужны сейчас вообще ни разу. Ну, конечно, мы с тобой применяем секретную тактику. Да, отлично. И тут пипец. Просто посмотри, сколько этих ублюдков. Вот, вот это мне реально работает. Работает эта штука. Так, давай. Пожалуйста, только не множьтесь. Ну, ублюдки, а пожалуйста. Офигеть, они все у меня забрали. Они все у меня отобрали, все забрали. Просто посмотри, какие ублюдки. Боже мой. Так, ладно. Попробуем на тебя, чахоточник. Да, вот так вот сделаем. Не выдерживает, конечно, не выдерживает все это, блин. Я думал, все выдержит. Да фиг там плавал. Сейчас посмотрим, конечно, это все. Эти трюки лабораторские будут. Надо брать, слушай, дракончика. Что-то, блин, вот вообще все пошло не по одному месту. О, неплохо. Неплохо он чихает, конечно, но... Увы. Ях. Неплохо. То есть, видишь, соплями он действительно как бы станет. Но вот эта вот дрянь... Да. Надо придумать, ребят, нам что-нибудь такое. Даже не знаю, какую команду собрать прям хорошую. Будем уже в следующей серии думать. Потому что здесь, видишь, как-то уже все плохо идет. Сейчас быстренько пройдем. Я, если честно, ожидал реально другой исход, но... Но, пацаны, как говорится, все через жопу может быть. Вроде как и подготовился ты, вроде все сделал, но в итоге... Такая вот жопа. Видишь, разочарован, разочарование полное просто. Я почему-то думал, что зернопульта будет, ну, реально фигачить. А в итоге... Давайте. Минус. Вон тузинцы. Надо что-то с дракончиком мутить, это по-любому. А, с собакой и дракошей. Это 100%. Потому что по-другому и быть не может. Смотри, что делают, офигеть. Так, ребята, успокойтесь. Пожалуйста. Офигеть. Вот самое удивительное, что... Так. Мы с тобой сейчас проходим, но это пипец. Это просто пипец какой-то. Блин, какая толстая. Тихо, тихо, тихо. Куда? Офигеть. Посмотри просто, сколько он запустил. Практически прошли, офигеть.
посмотри, какие потери. Мне вообще не понравилось. Мне сегодняшний день вообще не понравился. Я прям разочаровался. Очень-очень-очень сильно. Прям вообще-вообще. Смотри, что делает. Давайте, ребят. Как бы чихают, но... В общем, надо мне испытать, попробовать все это. Сейчас он еще поди-ка. Не, нормально. Ладно, мы с тобой это выигрываем. Пока выходим, друзья. В общем, поддержите меня лайкосом, потому что, ну, это реально какая-то жесть сегодня была. Но я думаю, мы завтра исправим эту ситуацию. Я там подформлю потихонечку. Как я так до 5 уровня просто не дошел. Жалко, конечно. Но ничего, все бывает. А на этом все. Бай-бай, дорогие братишки.